Естественно, есть навигация, есть освещение, видеонаблюдение, что обеспечивает безопасность в ночное время. Благоустройство парков, развитие зон отдыха, а также проведение санитарно-оздоровительных мероприятий. Эти и другие вопросы обсудили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов. Встреча прошла в парке Малевича в Одинцовском округе. А вот здесь мы остановились, это уже следующий этап парка, который мы расширяем, вторая очередь. И, соответственно... Да, 42 гектара мы здесь проводим санитарно-оздоровительные мероприятия, ЛПО уже провели, вот ребята работают, валежник убирают, сучья, а древесина пойдет на переработку. В парках важно обеспечивать порядок и регулярно проводить профилактику различных болезней деревьев, вовремя убирать сухостой и мусор, отмечают специалисты. Выявляем аварийные деревья, которые как раз, если это лесопарк, здесь большая рекреационная нагрузка, много гуляющих людей, которые отдыхают с детьми. Наш приоритет, наша задача выявить в кратчайшие сроки больные деревья, сухостойные, аварийные, и составить на них лесопатологический акт и уже по результатам лесопатологии провести санитарно-оздоровительные мероприятия. Для максимально комфортного отдыха в лесопарках необходимо удовлетворять запросы жителей, уверен губернатор. Зоны отдыха должны соответствовать всем современным стандартам и не нарушать экологию. У нас есть программа 50 парков, мы ее планомерно реализуем. Спасибо вам за поддержку, потому что в том числе этот парк на основании решения президента и затем уже нормативных документов вот сегодня имеет возможность развиваться и принимать наших жителей и гостей. Парк Малевича вошел в областную программу «Парки в лесу», и зона отдыха пользуется популярностью у населения. В первом полугодии этого года парк посетили более 300 тысяч человек. На данный момент здесь реализуется третий этап благоустройства и проводятся работы по рубке аварийных деревьев. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».